Всем привет! Сегодня видео у нас по автомобилю Nissan Capstar 2014 года. И чем интересна эта модель, данный экземпляр именно, то что на него установлен гидравлический манипулятор для погрузки, для самопогрузки, самовыгрузки груза. Манипулятор установлен одной из самых известных марок итальянских, Fassi. Значит, гидроманипулятор модель Micro 15. Грубо означает, что грузоподъемность у него в районе 1500 килограмм. Там есть табличка, сейчас посмотрим ее. На ней указана грузоподъемность поменьше. 1300 килограмм. Максимальная грузоподъемность, ну, разумеется, 1300 килограмм — это на самом коротком вылете. То есть если стрела выдвинута больше, то грузоподъемность снижается. Но для погрузки каких-то легких стройматериалов, какого-то инструмента, вполне хватает этой установки. Сейчас продемонстрирую, как она работает. Ну, для начала по салону, по самой машине. 2014 год, один владелец. Машина мало эксплуатировалась в какой-то организации, и пробег составляет всего лишь 36 тысяч километров. Загорелась лампочка check engine, но это мы устраним. Возможно, низкий уровень топлива, горит красная лампочка, низкий уровень топлива, возможно, сейчас приезжали, хватануло воздуха. Так мотор работает, если слышно, вполне хорошо. Салон тоже аккуратный, соответствует пробегу, я думаю, пробег вполне аутентичный. Вот такой салон, полочки, комплектация без кондиционера, но есть стеклоподъемники, есть подогрев сиденья. Вот так он включается, выключается. Есть подогрев зеркал, зеркала тоже электрические, регулировка, и стеклоподъемники электрические. Гидроусилитель, разумеется, подушка безопасности, АБС, это все есть. Такое есть интересное откидное сиденье, которое можно использовать как столик. Как он тут открывается, тут накладные прижимаются, ну, сзади различные полочки. Вот такой Nissan Capstar. Значит, из недостатков треснуто немножко лобовое стекло. Ну, трещина незначительная, кстати, стекло оригинальное, четверочка. Стекло оригинальное, немножко треснуто, пока что можно не менять. Резина на машине вся новая, менялась, потому что, видно, недобросовестные предыдущие владельцы заменили ее на не самую лучшую, мы установили новую резину. Вот такой салон. Смотрим, как работает. Сейчас попробуем, как работает наша установка. Пока общий вид парами. Длина кузова 4,20, по-моему. Дальше размеры укажем конкретные. Так, что тут у нас? Органы управления. Вот так поднимается установка. Мы уже, кстати, попробовали и воспользоваться. Снимали платформу, которая весит 600 килограмм. Ну, правда, снимали мы ее вместе с погрузчиком. И вполне справилась сама по себе установка. Все на гидравлике. Без тросов, без лебедок. Ну, сюда, разумеется, можно повесить чалки, крюки, цепи, все что угодно. Вот так установка работает. Так вращается. По часовой стрелке. Опора у установки одна, только с левой стороны. Соответственно, если что-то грузить
тяжелая, близкая к максимальной грузоподъемности. Грузить надо будет только с левой стороны, потому что упор только с левой стороны. С правой стороны можно будет грузить что-то легкое. Пол еще абсолютно не изношенный, настил кузова, так что состояние машины в целом очень-очень хорошее, достойное. По стоимости и по техническому описанию, по данным, будет прикреплена ссылка, в которой можно будет ознакомиться. Любые вопросы можно задавать в комментариях к этому видео. Всем пока-пока.